Урматту кыргызстандыктар, урматту мекендештер, мен силерге кайгы менен кайрылып атам. Мына бүгүн бийлик законсуз түрдө конституцияны бузуп мени колго алыш үчүн эптеп Атамбаевдин оозун жабыш үчүн бүгүн кирип келип куралчан өз элин атты. Биринчи президентке октор менен аягында боевой октор менен дагы атышты. Болгондо дагы Атамбаевди кармаш үчүн, элди коркутуш үчүн спецназ Альфа антитеррор жөнөтүптүр. Биринчиден, бул абдан уят, кайгылуу нерсе. Экс-президент Атамбаев террорист эмес. Анын тегерегинде келген, чогулган эл дагы албетте террорист эмес. Мына бир тобу адаттагыдай 7:30 менен сүрөткө түшөйүн, селфи кылайын деп келишкен болчу. Бир топ эч кандай күнөөсүз жарандарыбыз жаракат алды. Албетте аягында кайрана элибиз келип спецназды айдап чыкканда аягында спецназдын да кээ бир аскерлери эми шоколадтан башка бир нерселерди жеди элден. Ачуусуна алдырган эл билесиңер кандай болот. Негизи бул абдан уят нерсе. Мен ушу акыркы айдын ичинде бир канча жолу айттым. Мен Батукаевдин иши боюнча кагаз түрүндө тийиштүү суроолордун баарына жооп берейин дедим. Керек болсо гезиттерге чыгаралы, сайттарга, керек болсо андай болбойт дегенден анда сыр эпилдик берип жалаң гана МВД үчүн жазып берейин дедим. Анын үстүнө мени таңкалдырып кайгыртканы ушу Батукаевдин ишинде эч кандай менин тарабыман коррупция жок. Аны Сооронбай Жээнбеков катынака билет. Өзүнө айтып бергем. Өзүнө айтып бергем. Кандай бети жоктук. Кандай бети жоктук. Атамбаевдин оозун жабыш үчүн, чындыкты сүрөтпөш үчүн өз элин аттырыш. Бул абдан уят нерсе, ыплас нерсе. Бирок дагы бир жолу бийликке айтайын деп атам. Токтогула. Аягы жаман бүтөт. Токтогула. Кыргыз эли эч качан момундай адилетсиздикке чыдап тизелеп жашабайт. Бир жыл ишенди, бир жарым жыл ишенди калптын баарына азыр ишенбейт. Кыргыз эли кыргыздар. Көп улуттуу кыргыз эли. Бу койлор эмес, калхоздун койлору эмес. Тизелеп жашаганча кыргыздарга өлүм артык. Бир кандайдыр кланга, бир үй бүлөгө кыргыздар эч качан кул болбойт. Бийлик ошону ойлонуп, акылына келип эч боло электе эсине келсе болот эле да. Бул аягы абдан жаман бүтөт. Аягы абдан жаман бүтөт. Мынагы күч органдарынын офицерлерине да кайрылат элем. Өз элиңерди атпагыла. Өз элиңерди атпагыла. Силерге буйрук бергендер качып кетет. Силер катуу жооп берип коесуңар. Өз элиңерди атпагыла. Силер присяганы азыркы үй бүлөлүк режимге эмес, кыргыз элине бергенсиңер. Ошону унутпагыла. Анткени кыргыз эли эч качан тизелеп жашабайт. Башка эл бизде. Башка эл. Анан менин дагы бир сөзүм. Айланайын кыргыз элим. Рахмат ушундай туруштук берип атканыңарга. Силери бар үчүн, Кудай колдогон үчүн мен да туруштук берип атам. Мен үчүн намысым жаныман артык.
Мен үшін намысым жанаман артық. Бірақ билік оны тоқтатып, өз әлін атқанды тоқтатып, өз әліменен көрішкенді тоқтатып, ақыл есін жейш керек. Анткені ол болса абдан жаман бүткен тұрады. Азырқы оқиялар. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие мои соотечественники, к сожалению, я вынужден обратиться к вам. Надеюсь, что это послание дойдет до вас. Сегодня была попытка захвата экс-президента Атамбаева. И, к сожалению, при этом пострадали невинные мирные люди, потому что для захвата был направлен антитеррористический отряд спецназ «Альфа». Мы не террористы, не я, не мирные люди вокруг дома Кайташей, которые в этот день приехали. Многие приехали просто сделать фото со мной. И вот эта жестокость, этот цинизм сегодняшних властей, конечно, просто потрясает. Просто потрясает. Было применено в итоге и боевое оружие, потому что спецназ был не только с помповыми и с резиновыми пулями, но было и боевое оружие, причем с лазерным наводением. И, к сожалению, много пострадавших, есть и тяжело раненые. Конечно, в свою очередь, и люди после того, как смогли вытеснить спецназ, тоже не угощали их конфетками. Пострадавшие и среди спецназовцев. К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правое поле. Я несколько раз предлагал дать письменные показания и через прессу, и конфиденциально. И буквально вчера мой представитель Слесарев Сергей Михайлович опять был в МВД, предлагал, чтобы они взяли мои ответы. Я готов ответить на любой вопрос, потому что по делу Батукаева с моей стороны никакой коррупции не было. Об этом прекрасно знает и Сооронбай Жээнбеков. Я сам ему рассказывал. И этот цинизм, конечно, потрясает. Я благодарен безмерно простым кыргызстанцам, которые, услышав выстрелы вокруг моего дома, смогли в течение буквально часа-двух собраться и отстоять, не дать захватить меня живым или мертвым. Я безмерно благодарен им. Все-таки власти пора одуматься. Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны. Граждане Кыргызстана – это независимые люди, для которых честь дороже жизни. И надо власти это понять, наконец, одуматься и пойти в правое поле. Ведь я предлагал, можно собрать, уговорить Конституционную палату, принять решение, кто прав, я прав или правы вот эти прокуроры, которые абсолютно плюют на все законы. Ради того, чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть его под арест или в конце концов убить, власть уже идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан, свой собственный народ. Это, конечно, беспредел. Но власть должна помнить, что народ Кыргызстана – это не колхозные бараны. И кыргызстанцы, для них честь дороже жизни. Они никогда не будут жить на коленях, не будут баранами в колхозном стаде, не будут рабами правящего клана. И все-таки я еще раз предлагаю властям одуматься и обратиться хочу к силовикам.
Не стреляйте в собственный народ. Все это очень плохо кончится для вас. Ваши руководители, возможно, куда-то убегут, но для вас это очень плохо кончится. Не стреляйте в собственных народ. Я безмерно благодарен народу Казахстана. Я верю в дух наших граждан. Я верю в будущее светлое Казахстана. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Но мы должны вместе отстоять наше будущее, нашу свободу. Мы не допустим, чтобы весь Казахстан был рабами у какого-то семейного клана.